Такой выпал я из лодки. Нифига себе. Из лодки выпал. Такой раз поплыл. Так, попробуй сейчас вылезти. Как он вылезти-то? Как он вылезти-то? Мотор поднять. Так. Ну как? Никак. Блин, как же? Как вылезти-то? Залезьте, вернее. Не могу сообразить. Бля, борта высокие, блин. Ну как? Фу, как вот, блядь, на лодку залезть? Фу, не знаю. Не знаю, как залезть на лодку. Мне нужно зацепиться за мешло. Колено встал на веревку. Ай, блядь, как больно. О, режет веревка. О, бля. О, вроде выбрался. О, ну, мне 64 года. Ну вот, короче, сюда, на эту веревку. Встал коленом, во-первых, встал коленом, схватился за весло, подтягивался за весло, встал коленом, подтягивался за весло, ну, за мотор держался. И таким макаром вот вроде как бы вылез. Фу, попробовал бы еще раз, что-то здоровье-то уже не то. Так, вот попробовать еще опустить мотор и вот на эту, на плиту встать. И попробовать. Так, давай попробуем так. Встать на плиту. Да, черт не порвал. Сейчас попробую на плиту встать. Разовым маленько. Лодку. Не получается. Ну, не так просто. Я лодку перестану. Сейчас попробую на эту плиту встать, как там, гравитационная или какая-то. Так. Второй-то рукой. Никак. Так, отсюда.
свернуть на торг с этой стороны. На плиту встаю. Не устал на дискуссионную плиту. Еще за рупель браться. Потягивайся. Опасно. Ну когда жить захочешь, там будет плохо. Рупель оторвется, не оторвется. Ну вот на гравитационную плиту встал. Так вроде удобно. А вот тут ручка есть. Сейчас лодку отгоню. Так, ноги на плиту. Мотор поднимаем. Так, попробуем на мотор закинуть. Как-то я вылазил. Уже, блядь. Устал уже, во-первых. Уже устал, все, блядь. Не знаю даже, что придумать теперь. Как вылезть. Сейчас отдохну маленько. Встаешь еще тем более. Пока. Лодка. Высокая лодка. Не могу даже сообразить карты. Просто даже не могу сообразить. Один раз получилось как-то, блядь.
Сейчас у меня уже жилет уже тянет на низ. Надо снять еще на гравитационную плиту себе. Мотор отпустить. Мотор отпустил, так. Попробую лодку наконец-то развернуть. Вот. Хватаюсь за ропину, ставя колено на веревку. Еще больше. Я, блядь, там жилете воды, блядь, посмотри, ведро, блядь. Вот это подкраски, блядь. Вот внизу, блядь. Целое ведро воды, блядь. Вон, блядь, по лодке, блядь, во. Взял веревку вот эту, как бы, для постраховки мотора. И вот, вставая на плиту одной ногой, коленом сюда на эту веревку, одной рукой хватает за весло, другой за руль, приходится хвататься. Опасно, конечно. И вот, таким макаром вот, вроде выбираешься. Что такое веревочное дело, там две или три ступеньки, деревяшечки такие. И вот лежал, раз, и скидываешь туда, как бы, уже удобно, на дощечке встаешь, как на ступеньке, и выходишь. А так через бок залезть нереально, борта высокие вообще. Там кто-то будет помогать, другой не вытащить, что. А так самому нереально. Только вот за... Как раз подошел, блядь, бревно такое тоже несерьезное. Опачки. Потом могу утопить. Вот тут вот я утопил связку ключей, вот. У меня лодка стояла, я вышел, думаю, скупнусь. Нырнул в шортах, а шорты, карманы были не закрыты. И все, ключ, связка ключей, там, сигналка от машины, от квартиры, ну, все ключи, короче. Плюк и все. Два дня магнитом пытался поймать, вытащить. Ну, бывают здесь всякие скобы, но только не ключи.